понимаю. И как будто мы в воде всплываем. Всплываем, ручки все время поднимаются выше и выше. Разгибаются на теле ножки. Потом... Мы очень часто с таким сталкиваемся, когда человек в молодости, вот не зря у нас есть такой слоган «На реализовании мрии молодости». То есть люди сюда приходят, когда действительно хотят чего-то. В молодости они не успели, но теперь они хотят продолжить. Они приходят сюда для общения, для заряда позитива, для того, чтобы и повысить физическую свою развитость как-то. Плейстик у нас с начала прошлого года начал уже, то есть год точно он у нас идет. Каждый раз группу все больше и больше мы набираем. В один день мы стараемся ставить 2-3 группы, потому что бывает даже преподавателей просто не хватает сил для того, чтобы все это проводить. Да, да.